Днем они инженеры, учителя, автомеханики, бухгалтеры и программисты. А вечером они становятся рок-бендом «Куки». Давайте посмотрим, как парни готовились к сегодняшнему выступлению. И в раю будет плохо, без расти порока, ты жадного вздоха. Пепел шторм и погода, не встать на колени до последнего вздоха. Очень необычный коллектив. Возможно, это одна из основных причин, почему их необычность, и в то же время их вокальные данные, их смелость к экспериментам, вот это все вместе дает вот этот вот талант, который хочется увидеть. Тогда им удалось зацепить судей своей нестандартностью. Смогут ли они этой нестандартностью зацепить массу зрителей? Вот это вопрос. Общее впечатление от первого выступления на кастинге было очень внушающим, очень необычный такой для нас опыт. Это было весело, трудно и прикольно. Но нам непривычно пока видеть себя именно в таком масштабном конкурсе. Песню, которую мы будем исполнять в полуфинале, мы переделали не раз. Поначалу она нам нравилась в одном варианте. Потом мы подумали, что что-то в ней не хватает, мы ее снова изменили. Ну, и тот вариант, который сейчас, мы считаем, он самый лучший. У меня точно. Просто нам нравится музыка. Мы шли по разным путям, но к одной и той же цели, и как-то наши пути пересеклись вместе. И теперь мы идем вместе, получается. Мы надеемся покорить какую-то большую сцену и стремимся к ней каждый день, репетируя и так далее. Музыка для нас – это то, чем мы живем, то, в чем мы нашли себя. Музыка помогает нам выражать нашу индивидуальность, наше мнение. Все наши эмоции мы можем соединить в одно произведение, допустим, и передать это нашим слушателям. И также от них получать те же самые эмоции, то есть это взаимный обмен. И это очень приятно, на самом деле. Я за вас болею. И я вас очень люблю, а я очень и очень надеюсь, что вы победите. Ведь вы этого заслуживаете. Просто делайте то, что вы делаете лучше всего. Исполняйте шикарную музыку, я знаю, что вы достойны победы, и вы ее одержите. Вы очень крутая и талантливая группа. Я очень сильно болею за вас и верю в вас. Удачи! Делайте ту музыку, которую вы любите, которую вы горите, и зажгите этим весь зал. Мы смущены даже. Не смущены, мы теперь должны топить дальше чуть-чуть. Теперь прям... фан-база вы крутые. Давайте, да. Вся фан-база вы крутые. Несмотря на неодобрение и критику от окружающих, они идут вперед и верят в свой талант так же, как и мы в них. На сцене нашего шоу «Куки Рок Бэнд». Просто хочу тебя, просто прости меня, просто иди ко мне. Я просто хочу тебя, просто прости меня, просто иди ко мне. Никогда последней капли крови, чтоб как фиг с неба я не был. Всегда быть с тобою, просто рядом, кусать губы до боли. Хочу неизлечимо быть тобой болен, но я просто хочу тебя. Просто прости меня, просто иди ко мне. Просто сгорим в огне, просто хочу тебя. Просто прости меня, просто иди ко мне. Кусочек, да, делай, что хочешь для меня. Ты лишь вода, ты чё считаешь на моих глазах? Эй, знаю, сегодня ночью тебе точно спать не дам. И знаю точно, что с тобой мы только до утра. Я сегодня очень пьяный, я поднимаю бокалы, голос надрываю. Бог не наградил вокалом. Эй! Танцуй!
ночи будет мало, сама это знаешь. Я просто хочу тебя, просто прости меня, просто иди ко мне. Я просто хочу тебя. Ребят, как настроение после выступления? Очень, очень клево. Очень круто себя чувствуем. Очень сильно волновались, если честно. Мы очень долго к этому готовились. Мы действительно исправляли свои недочеты, ошибки. Надеемся, в этот раз вам очень сильно понравилось. Спасибо. Ситора, как тебе выступление, ребят? Круто, круто. Я, оказывается, в душе еще та рокерша. Я наслаждаюсь от ваших выступлений. Ребята, вы такие крутые, вы сегодня так классно выступили. Я очень-очень сильно благодаря вам полюбила рок, и я стала вашей поклонницей. Я вот просто смотрю на вас и узнаю себя, тех времен. Я увидел вот эту неуемную такую энергетику, вот этот какой-то юношеский такой. Этот, да. Вот этот задор. Настрой такой, задор. Все, ништяк, пацаны, все, лобаем, работаем. Вот что важно. Но я не могу сказать, что вы там прям так собрали все в кучу и выдали. А так главное, что слух есть, все на месте, каждый знает свою задачу. Спасибо. Я считаю, дорогие друзья, что вы с поставленной задачей справились. Это раз. Два. Очень круто, что вы активно пропагандируете собственное творчество. Я считаю, что ваши песни уже сейчас потенциальные хиты. Я надеюсь, что вас ждет большое будущее не только в Узбекистане, но и в Казахстане, в Азербайджане, в Кыргызстане, в Таджикистане. У вас уже сейчас есть поклонники. И в завершении я хотел бы каждого из вас выделить. Каждый выполнил по максимуму свою работу. Очень важно, что вы... все и гитаристы, и ударные, и вокалист подавали по максимуму, да, этот огонь чувствовали зрители, и я уверен, что во время голосования мы это тоже увидим. Куки, браво! Спасибо, парни! Удачи!